А в Шуе сколько будет? Так, 1200, да? Поехали, погнали. Парень, тебе в Шую надо? Иди сюда. За 1000, парень. Ты кто такой, я тебе говорю? Шую я. Тебе сейчас колеса проколют. Здесь люди платят за территорию. Какая бригада? Олег, перекрой ему машину. Завтра за Сашку. Куда? Шашку-то отдай. Шашку за... Здесь не надо под камерой. Вы что творите, И шашку отдай. Привет, ребятки! Это новая часть таксистов, роликов, где мы ездим по городам и залетаем на грядки, вот эти нереальные места, сборища нелегальных таксистов, этих криминальных, которые застряли в 90-х, никого не пускают на свои эти рыбные места. И создали там что-то вроде бандформирования. В этой серии, на вот этой жучке, на вот этой вот работяжке, чего только с ней не было, и колеса угрожали проколоть, и подпирали в прошлой серии. Это просто наша бомбочка. В этой серии мы отправимся в Иваново, Кострому, Ярославль. Будет жарко, поэтому досматривайте обязательно это видео до конца. Ставьте лайки, пишите в комментариях, как вам эта серия, потому что от актива будет зависеть, как скоро мы выпустим следующую часть. А в следующей части мы вернемся на особо жесткие грядки вместе с двумя телохранителями, качками вот такими здоровыми, и покажем, кто тут лох. Кто тут лох? Все, ребят, приятного просмотра. Ставьте лайк и оформляйте подписочку обязательно. Колокольчик. Без колокольчика как вы поймете, что новая часть выходит? Все, приятного просмотра. Что, нормально я стал? Огонь? Так, Сане звоню, говорю, что готов. Ты на вокзале, да? Да, на автовокзале. Ты не посмотрел там, что прибытие, не прибытие есть какое-то? Лучше всего Шуя, которая туда отправление только через, не скоро, через час лишний. Ты хотел на Шую уехать, я понял. Да, я в Шую, мне скоро надо, потому что в автовокзал только через давай, час. Давай, все, я пошел мелькать перед ними, маячить. Давай, я выхожу. Давай. Да, ребят, забыл напомнить, YouTube что-то очень жестко стал относиться к нашим роликам, поэтому мы будем цензурировать мат и жесткие потасовки. Прошу, как говорится, понять и простить. А в Шуе сколько будет? Едет кто-то? Да. Там Гранд Отель Шуе, мне друг сказал. 1200 стоит. Так, 1200, да? Поехали, погнали. Парень, тебе в Шую надо? Иди сюда. Да, 1200. Погоди, парень, мы разговариваем. Увидишь? Так. В Шую надо? Поехали. За 1000 1200. Куда тебе надо? Ты куда лезешь вообще? Ты кто такой? Увести человека. Куда увести? За 1000, парень. Ты кто такой, я тебе говорю? В Шую я. Чё, здесь ты видишь, люди работают, дурак. Я тоже работаю, он припарковался. Ну и что ты припарковался? Здесь бригада работает. Здесь люди платят. Кому пойдем платить? Сколько? Подожди, давай. Идем, за 1000 поехали, Шуя. Я говорю, тебе объясняю, тебе сейчас колеса проколют, дураков. Да что вы там проколите, что шутите? Погнали. Ты не соображаешь, что ли, я тебе говорю? Алле! Пугаете только. Ну, погнали. Да, 1000 рублей, погнали. Он повезет тебя. Я тебе говорю, он тебя не повезет. Да. Тебе что, деньги лишние? Погнали, 1000 рублей. Я тебе говорю, он тебя не повезет. Как не повезет? Давай. Что туда остался, посмотрел? 1000 рублей, подожди. Он тебя не повезет. Он тебя не повезет. Я не знаю, сколько стоит он. Он не повезет. 1000. Все объяснили. Что объяснили? Ну, тебе объяснили, ты чего обстановку напрягаешь? Дай деньги, Аля. Я клиенту подешевле делаю, что? Я тебе объясняю, здесь бригада работает, здесь люди платят за территорию. Какая бригада? Ты не соображаешь, что ли? Ты откуда сам-то вообще? Что за бригада? А как так? Говори, по одному нельзя, что ли?
Парень, поехали. Давай. Этот дольше, поехали. Да какие-то терки начинаются. Тебя не только. Он поехали. Тебя не повезет, за ему не дадут сейчас уехать. Поехали, поехали. Олег, перекрой ему машину. Да слушай, все поедем, все. Все поедем. Да, а, парень. Мы вышим, кто поедет. Какая ну что, тебе подешевле, поехали. Машина давай. Не, мне вообще с кем ехать вообще, мужики. Я просто. Вот, парень, садись, езжай, а все. Сколько потом? Просто тысяча или сколько? Тысяча. Давай все. За 900, парень. 900. Иди. Парняшка. Иди поезжай своей дорогой. В смысле, вон клиент сейчас заберу, поеду. Какой? Куда ты заберешь? Ты не понимаешь, что ли? Тебе что, в***ть, что ли, прям здесь? В смысле, в пароль? В смысле, в пароль? Или ты вообще сейчас отсюда не уедешь? Ты дурак, что ли? Парень, поехали. За 1000 повезут. За 900 поехали. Поехал он уже. Ты иди. Езжай. Парень. Иди. Да поехал он уже. Парень, да не слушай, да они прикалываются, погнали. 800, поехали. Что такое? Сейчас, извините, пожалуйста, секунду. Сколько стоит 800. Туда поехать? Да иди еще. 800, поехали. Ты дурной, что ли? Какой дурной клиент у меня забираете, какой блядь? Какой клиент? Вон мой клиент. С какого хуя он твой клиент? Я с ним уже договорился ехать. Когда ты с ним договорился? Вот только что договорился. Иди домой, дома договаривайся с женой своей. В смысле? 800, погнали. Иди, договаривайся с женой своей. Ты что, вообще что не въезжаешь? В смысле не въезжаешь? А что за херня такая? Я приехал, клиента взял. Какого начинается клиента что-то ты взял? Цену тебе что, по сбиваешь? Заказу, что ли, тебя вызвали, что какому ли? Заказу? Вон, вышел человек, я говорю, поехали. Все, он уже едет. Ну, сейчас со мной, как куда он без меня поедет? Куда он? Это мой иди. Клиент, блядь. Парень! Да иди! Куда? В смысле? Парень! Поехали за 800, что ты там терки трешь? Денег не очень много, я поэтому... Это он просто этот, как его, левый, ему не дадут уехать. Да? Поехали, 800. Да какой ты таксист, это... Иди отсюда! В смысле не таксист, в смысле, у меня, блядь, даже бейджик есть, в смысле не таксист. Вон, смотри, вот, такси. Эх, ё-моё, вот это у тебя такси, блядь. Такси, блядь. Ты из какого колхоза приехал? В смысле, с колхоза? Иди. Конечно, с колхоза. Сами вы с колхоза, блядь. Городские все знаете, блядь. Поэтому я говорю, он тебя не повезет. Да? Не дадут ему сейчас поехать. Просто сейчас оба нарвете. Конечно, с колхоза. За 800 поехали. Да какой приперся? Погнали, парень, ну что ты, тебе что, деньги лишние? Езжай. Я ж тебе подешевле предлагаю. Какой, зачем ты? В смысле, зачем? Деньги заработать. С какие тебе деньги? Дурак, что 800 иди рублей, что, не деньги, что ли? Ебать? Иди заработай, там и зарабатывай. Ну, сейчас человека отвезу, что? Да заработаю. Что, везёшь? Я порожняком, что ли, поеду? Везёшь, ёпта. Отвезёшь потом. Парень, ну погнали, они это сейчас надо начнут. Надо с кем сказать, что они, блядь, там машину сожгли. Погнали. Да сейчас я фоткаю. Сто лет, конечно. Да какой вы? Погнали, садись в машину. Шуйским отдадим. Погнали, садись в машину, да и все, поехали. Блядь. Они сейчас подопрут, я потом не. Поехали. Садись в машину. Блядь, все, давай. Сейчас. Погнали, садись в машину, Сань. Садись. Все. Садись, я тебе говорю. Шеву, дай мне. Садись, парень. Давай. Ты таксист, садись, точно? Конечно, таксист. Вон, у меня таксист? Шашка что? Есть. У меня шашка есть, все есть. Как, в смысле, не таксист? 48-й регион, копейка, смотри. И чё? Садишь ты, куда садишь? Вон, видел, шашка есть, все есть. Да, вот таксист, блядь. Садись. Оп. Они прикалываются, садись. Шутки шутят. Блядь, что за хуйня? Зато за шашку. Куда нахуй шашку-то отдай? Шашку отдай, блядь, она 500 рублей стоит. Идёт, что ли? Шашку отдай, ты чё творишь? Иди. Что ты? Шашку отдай, блядь, она 500 рублей стоит. Придешь за шашками завтра. В смысле завтра, блядь? Завтра приедешь с утра. Гуляй, все, давай. В смысле гуляй? А? Шашку отдай. Завтра за ним приедешь с утра. В смысле? В 9 часам утра сюда шашку приедешь. Шашку отдай. И приедешь. Шашку все, отдай, что за шуточки, блядь? Все, иди. Да отдай шашку. Вот ко мне ебался. Это ты ебался, мою шашку схватил, блядь? Моего пассажира пиздил. Какого твоего? Он, блядь, ничей был. Моего пассажира спиздил. В смысле твоего? Твой пассажир у тебя дома. Дома нет пассажира, там жена, хуй дети. Давай, блядь, шашку тебе заебал. Сейчас тебе дам, не унесешь, дурила. Шашку давай, нихуя ты охуевший. Это ты охуевший. Это вы охуевший. Я себе какие-то правила придумали. Я тут. Вот, что украл твой пассажир хоть раз? А я что, украл, что ли? Договорились подешевле, да и все. Ты в шуе можешь договариваться подешевле. А тут что, а нельзя, здесь что не надо договариваться. А кто сказал? Ты сказал? Да, я а сказал. Я сказал, можно. Кто тебе разрешил? Я разрешил себе. Кто тебе разрешил? А ты кто такой, чтобы разрешать, не разрешать? Здесь работаю 30 лет уже. И что? Я пришел и сейчас буду работать. Нахуй. Давай работай. Вот давай шашку, буду работать. Завтра утром придешь. В смысле завтра утром? Шашку давай. 9 часов шашку давай.
9 часов сюда придешь? Шашку отдал. Отдай пассажира. Шашку отдай. Пассажира отдай. Нихуя не отдам. Отдай пассажира. Нахуй. Я договорился уже, он сидит живет. Я тоже с ним договаривался. Где ты договаривался? За 1200, блядь? Не ебет, за сколько я договорился. А я за 800 договорился. А ты меня перебил, блядь? В смысле перебил? Пассажира. Ему комфортнее, дешевле, я повезу. Комфортней? Конечно. Вот на этой помойке ему комфортнее. Это у тебя, блядь, помойка. Где твоя, нахуй, помойка, блядь? Тебя не ебет, раритет, нахуй. Ну вот иди, раритет, знаешь, где будешь, наверное? Где раритет? В колхозе. В каком колхозе? Вот и езди в своем колхозе. Ну, я буду в своем колхозе ездить, а ты в своем езжай в колхоз. Давай я сам разберусь, в каком давай колхозе мне ездить. Давай пассажир, я тебе отдам шашку. Шашку давай, нахуй, отдам, и все. Когда пассажира отдашь, отдам шашку. Шашку давай. Когда что за детский сад, блядь? Когда пассажира шашку отдашь, ты отдашь, шашки говорю, отдам. Какой пассажир, пассажира отдай. Хуя. Шашки отдам, пассажира отдай, шашки отдам. Все тоже, ну, отдай шашку, нахуй, я все, тебе все, отдам. Все, нахуй. Езжай, езжай. Я у них забрал нахуй шашку. Да все заводится, блядь, раритет нахуй. Машина еще дольше вашего походит, давай, блядь. Давай, ради бога. Колхоз. Сами, нахуй, колхозники, блядь. Давай, приезжай. Едете, блядь. Кренделя, блядь. Как клиент у меня, кто долбоеб, нахуй. Хуя я их жестко. Клиента откусил, нахуй. Пиздец, как жестко. Единственное, могут погнаться. Да никто не погонится. Понты колотят. Так, я думаю, вот тут на парковочке запаркуюсь. Лучше подальше. Надо, хотя. Смотри, давай, если только за нами не едут. Да вот тут вот на парковочке. Типа водички купить там. Табаку тебе, сигарет. Смотри, нету хвоста. Какой-то едет за мной сейчас. Но я сейчас поверну направо. Давай, посмотрю. Может, туда-сюда сгоняем? Сань, я сейчас поверну, посмотрю. Если за мной, то ебись. Снимешь. Че, ты видал? Жесть была. Это, наверное, самое жесткое со все время. Даже мне очково было, пипец, я такой. Они мне уже давай, давай. Нет, он такой говорит, сейчас вы оба отсюда не уедете, он мне говорит. Или ты со мной поедешь, или оба отсюда не уедете. Я такой уже думаю. А ты слышал, он сказал, доставай шило, сейчас колеса будем колоть. Я очканул, думаю, ну все, приехали, сейчас мы бортироваться будем. У тебя запаска говно сейчас. Запаска вообще, говно, и она одна. Если два колеса тыкают, это мы, я не знаю вообще, что делать. И типа, пока мы будем что-то решать и бегать, что-то делать, они могут и вторые два переколоть, нахуй, и вообще. Да. То есть как на эвакуаторе отсюда был. Короче, я испугался жестко. В конце он шашечку с меня забрал, сука. Я у него отдай шашку. Потом думаю, а что я это? Я вообще схвачу, он с мужика тоже левого. Единственное, не угораю. Ха-ха-ха, это, говорит, 700 рублей стоит, а это 120. Вот лох. Типа надо мной угорают. А мне наоборот, у меня как-то таксист, помнишь, в этом, в Одинцово сказал, о, и шашечка новая, что-то подозрительно. Типа, а тут такой бывалый, знаешь, на старой жиге, старой задрипанной шашечкой, прям как надо. Вообще, да, кайфово. Короче, кайф. Блин, вот это контент. Так, что у нас еще? Вокзал же, на 28 часов на вокзал тебе надо. У тебя стрелка 8 часов на вокзале. Меня там уже ждут. Ладно, все, пока не темно. Иваново просто жить. Уже 8? Мне нравится Иваново, слушай. Да. Так, маршрут построить. Ребят, если помните, в прошлой серии нам назначили стрелку в Иваново на ЖД вокзале. Короче, мы туда приехали, но там был один таксист, но он такой был какой-то вроде бы адекватный, но какой-то от этого еще более опасный. Приезжай на автовокзал, вставай перед центральным входом, буквально за 10 минут тебе все объяснят. Может быть, кто-то будет более убедительным. Другой вопрос, что эта убедительность может тебе не понравиться. Мы-то пытаемся разговаривать, вот видишь, а за тот момент силой должен присутствовать какой-то, правильно? И что тут прям стрелять будут? Зачем? Это слишком просто. И стрелять они даже не будут.
они просто вот так вот медленно, с удовольствием, получая удовольствие, будут резать, понимаешь, молча. До такой степени. Еще начало темнеть. Короче, мы с ним базарили очень долго, разговор затянулся, поэтому в этот ролик мы включать не будем, выложим в Телеграм. Ссылочка будет в описании, если хотите, зацените. Дальше мы поехали в Кострому. В Костроме, как ни странно, лето, пошел снег. И то ли из-за снега, короче, не было особо и пассажиров, и таксистов. Короче, ничего такого в Костроме не получилось. Тоже, если интересно, мы выложим в Телеграм-канал полный видос. Ссылка будет в описании, кому нужно, зацените. А дальше мы поехали в Ярославль. И вот там мы встретили, наверное, самых диких за все время, не побоюсь этого слова, съемок таксистов, где мне навтыкали жестко. Короче, что я буду рассказывать, смотрите сами. Я думаю, вам понравится. Ключ от багажника. Все нормально. Запаска, которая спущенная, домкрат, баллонник, все под контролем. Напомни, чтобы мы запаску заехали подкачать. Потому что что-то очко у вас такое ехать. Сейчас пойду. Главное, чтобы не эвакуировали мои Жигули, пока я шарюсь. Я на вызов, клиент у меня где-то здесь. Или не агрятся, в принципе, не агрятся. Женщина, такси надо? Такси надо? Не надо. Здрасте, такси надо? Надо. Здрасте, такси надо? А в Макеевская кто-нибудь едет? А, Макеевская. А сколько до Макеевской? Меня там друг ждет. Сколько будет до Макеевской? Макеевская — это мебель, это фабрика. Ну вот деревня рядышком, где аэропорт чуть ниже. Вот Ножная. Рубль, да? А, поехали, погнали. Парень, тебе в Макеевку, да? Макеевская. За 900 поедешь? Ты что? Да я-то мне это, все равно залететь. Да, 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 я дешевле, там поеду. Да поехали, 900. Сейчас поедем. Поехали, 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 Саня, поехали. Забираем, да. Давай, объясним товарищу, что? Чё? Что не надо собирать? Да я быстро залетел, вон, захвачу быстро человека. И... Я быстро человека захвачу, да, поеду. Мы сами его захватим, ты чё? Да. Да я так бы это мимолетом захватить. Не надо так, мы сами тут работаем. Ты на чем хоть, на автобусе, что ли? Там у меня припарковано за автобус. А, не, мы сами его заберем, сами отвезем. Парень, поехали, 900. Вот ты когда приходишь в чужой огород и воруешь, это нормально? Почему чужой? Потому что за 800 поехали, парень. Ты что, продашь родину, что ли, за рубли? Я не пойму. Иди, будь человеком. Поехали. В Москве не еби, блядь, продаешься, блядь. Иди отсюда. В смысле продаюсь? Я продаешься, зарабатываю. Что, ты где работаешь вообще? Я вообще в офисе работаю. Иди отсюда. Чеши давай. Парень, чеши, поехали. Слушай, сейчас, иди отсюда. Ты не поедешь ты сюда. Поехали, ты парень. Не поедешь ты, я тебе говорю. Блядь, бал, иди отсюда. Парень. Поехали, 800, я тебе подешевле. 700, поехали. Ты что, дурак? Да мне что, деньги лишние, что ли? Я чисто подколымить и этот. Ну, ты, конечно, больной. В смысле больной? Ну, ты больной, сука. Парень, поехали, что тебе, деньги лишние, что ли? Сейчас я качу с ноги. Вот здесь вот. Да ладно, не, это не. Серьезно, что ли? Не понял, что ли? В смысле не понял? А? Не понял, что ли? В смысле не понял? Пойдем, отойдем. Куда отойдем? Куда? Иди. Здесь не надо под камерами. Ну что, мужики? Я подколымить просто и все. Вон. Ты где, дурак, что ли? Иди отсюда. В смысле? Парень, ну ты едешь, нет, давай ты быстрее. Придурок. Сейчас цирк устроим. Какой цирк? Цирк, смотри. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Парень, ну поехали, хорош. 700 рублей.
следуй отсюда, то вот следуй. Да вон моя машина. Сейчас ее не будет. Почему? Да, сейчас разберетесь, да, сейчас я посмотрю, как раз деньги пока. Ну что творите, эй? Что ты творишь? Шашечку отдай. Шашечку отдай, ты что творишь? Это моя шашка. Это его шашка. Уезжай. Это его шашка. Я ее покупал. Уезжай. Я покупал ее. Ну и что? Ну отдай шашку. Шашку отдай, ты что творишь? Нет. Отдай шашку. Отдай, еб. Ты здесь не работаешь. Как не работаю, блядь? Работаю. Шашку отдай, ты что творишь? Шашку отдай. Я ехал нормально, да, у меня сервисный режим стоит. Я тебе сейчас... Блядь. Стоять. Миша, ты что? Ты что творишь-то, блядь? Шашку отдай, блядь. Шашку верни, ты что, блядь? Шашку верни. Вы что творите? Все нормально. Так у меня это... Я эту тогда заберу. С ноги, дурак, я заберу сейчас чужую шашку, мне похуй. Мою забрали. Че, это дурак? Я... Шашку мне верните. Я сейчас верну шашку, такую дергай отсюда. В смысле? В смысле? Шашку верните. Зайди отсюда. Ты валяйте. Ты дурак. По-хорошему, пока, блин. По-хорошему, шашку пока забрали, верните шашку, я поеду. Блин. Куда? Куда? Туда. Езжай. Шашку давай. Да. Молодцы, блин. Сейчас без колес уедем. Уеду. Можно я тебе объясню сейчас? Нельзя, шашку отдай, смотри, потом будешь объяснять, смотри, нихуя ты подошел. Молодец. Я к тебе подошел. Ты по-человечески объясни, что это чужой. Ничего ты не по-человечески, ты сказал. Бало тебе набить? Нет, я сначала тебе... Нет, ты сразу начал буксовать. Нет, сначала я тебе сказал, что это наш огород. Вот шашку верни мне, потом будешь говорить. Я у тебя шашку не брал. Молодцы, по башке убал. Претензии. Шашку верни. Как не брал? Я видел, брал. Дурак, что? Я не притрагивался к шашке. Притрагивался, забрал мою шашку. Шашку верни. Где пассажир? Испугался пассажир, уже свалил. Бегайте, блядь. Шашку мне верните. Пассажир, блядь, убежал. Я пассажир еще ее взял, ёпта. Какой пассажир взял? Вот пассажир взял. Сейчас, я не брал. Я отвечаю, что я не брал. Ну, значит, проотвечался, балабол, блядь. Шалабол получается. Пи***бол. Давай, уложи, что ты, балабол. Шашку не брал, уложу, уложу. Здесь ложи, чё ты, блядь. Отойдем. Чё тут цирк, что ли? Какой цирк? На шашку вернить? Шашку верните, будет цирк. Я человек знаю. Пусть идет, если ему хочется. Пописить, наверное, захотел. Шашку верните мою. Шашку отдайте, чё вы хуйней страдаете? Брали твою шашку, да. Брали, чё ты, тоже пи***бол, что ли, получается? Ты пи***бол. Двойной. Я тебя обзывал, да? Ты сказал дурак, блядь. При том, что он забрал мою шашку и в багажник положил. Не видел, что ли? Видел. А говоришь, не брал. Значит, пи***бол. Так смотри-ка, сейчас идем в багажник. Ты проверяешь багажник. Если там ничего нет, то ты будешь конченый пи***а, если не свалишь тут же. Пошли смотри. Ты давай шашку верни, смотри, нахуй, да и все. Давай, иди смотри. Куда дел, оттуда и бери, блядь. Куда дел, оттуда и бери. Это ты иди сюда. За 300 рублей поедем. Ты что, совсем отурил, что ли? 300 рублей ехать, больше не платите. Шашку верните мне. Я вам работать не дам, цены буду сбивать, мне похуй. Сбиваю. Я никого нет, ебаный. Пусть приезжают. Да, 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 да. Пуганые уже. И шашку мне верните. У него 9 дама крести, дама буби, шестерка пики.
Девятка червевая. Козырей нету у него. Шашку мне верните, вы за***бали. Что за шутки? Шашку верните. Алло. Алло. Шашку верните, вы что? Верните шашку, вы за***бали. Шашку верните. Алло. Вы шашку вернете, нет? А кто ты с шашкой, что ты делаешь? Ты таксист? Таксую я с шашкой. Лицензия есть. А у вас что есть? У нас есть. Ну хорошо, шашку верните. Алло. Шашку верните. Шашку верните. Шашку верните, я поеду. Туда поеду. Ну шашку верните, я поеду. Шашку верните. Охрана такая четкая, говорит, не под камерами, не под камерами. Пиздец вообще, охрана ехуй нахуй. Короче, я поехал туда же, где сбор, во дворы. Звук есть, да? То мне прям по микрофону ебали, у меня шишка. Вы видели? Они меня зажали по башке шашечкой. Пошли, отойдем, там девушке пройти негде. Смотри, у меня тут шишак, по-моему. Епон! Офигеть! Покажи, как она гнезд налез. Епон! Вот она! Судьба таксиста, твою же мать! Да, не знаю, в Ютубе можно это показывать? Нет, если что, мы заблюрим. Но в Телеграме будет полная версия, ребят. Это было жестко, это было жестко. Че там, Ярославский вокзал? Да, пипец, они Ярославль. Вообще... А я иду, смотрю, к кому обращаться. Смотрю, три таких брутальных в карты играют. Я думаю, это просто наши ребята. Сидят в карты, играют в такси. Я думаю, этот жестко будет. Вообще нормально. Я не знал, что настолько жестко. Мне очково было, я не думал, что они меня лупить начнут. Они меня зажали вот так около машины. И давай там... Охрана такая стоит. Охрана! Мне понравилась охрана. Этот говорит, не здесь, не здесь, не на камеру. Охрана говорит, не здесь, не на камеру этим мужикам. Типа подальше отходить. Просто жесть. Фу. Твою ж мать. Вот такие вот дела, ребят. А вы говорите, пранки легко снимать. Да. Ставьте лайки. Лайк за шишечку, пожалуйста. Вот он лайк, пожалуйста. Вот он как выглядит лайк для пранкера. Не, это было жестко вообще. Хорошо, что у них не было никаких ножей, шил. Не потыкай меня там в крысу. Мужик с ножом где-то в Рязани. Да, 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 в Рязани мужик с ножом был. Ну эти нормально, ну такие. Да, шашечку. Шашечку. Пидором будешь, если нету. Да, нету, да. Ребят. А он ложил в другой багажник. Пидором будешь, и к другой машине идет. Типа этот, кручу-верчу, да. Хочу. Пидором будешь. А я их там на шалобольца подвел. Не было шашечки. Твой пассажир забрал. Я говорю, вы что, пидоболы? Ну, пидоболы. Да, да, да. Я так смачно еще. Они же какие-то по понятиям, а для них это что, балабол? Это оскорбление. Короче, они завелись, я их там достал, короче, отдали мне шашечку. Ну, думаю, там уже нечего дожимать, ушел просто. Потому что они сели в карты и уже просто игнорируют меня просто. Да дай ты ему шашечку, сейчас будет стоять. Вот мне говорит, ты что, типа, деньги скидываешь? Ты что, хочешь отпиздили? Из-за тебя сейчас отпиздили, что ты, типа, это, денег меньше хочешь. Я говорю, ну, дешевле же. Сейчас всем байки будут рассказывать. Да приезжал тут один молодой,
пизды ему дали, он свалил. Ну, по факту так и получилось, мне пизды дали. Не, ну это было очень круто. Я свалил, ну не сильно, нормально. Ребят, вам же понравилось, обязательно комменты пишите, прям подробно. Лайк за шишечку. Как скоро заживет шишка Вовкина? Да пройдет уже, в Москве пройдет. Нормально. Все, ништяк, ребят, спасибо вам. Спасибо вам, что вы со мной. Сейчас мы немножко еще тут потусуемся и поедем дальше. Ты уверен, что это? Хочешь заехать еще на пару вокзалов? Не-не, все, не надо больше заезжать. Я думаю, это все. Поехали в Москву. У меня башка чуть разболелась, пи***до. Смотри, а то в Ростове Великом там еще... Не-не-не-не-не-не-не. Че ты мне охот все отбило, пранковать. Этот, знаешь... Да, чуть живот болит у меня. Какать хочу. Поехали в Москву. Я не могу здесь какать. Я терпел все это время. Я только дома какаю. Да, я утром проснулся, понюхал. Вообще вроде не тяжело. Поехали. Все, короче, ребят. Мы в Москву. Подписывайтесь на Саню. У него, кстати, наверное, уже вышел, да, видос, где я в роли маньяка, маньячил и такого таксиста, извращенца какого-то с психушки сбежавшего, заманиваю девчонок там, ну и пацанов всех, короче, в машину. Ссылочка в описании. Да, ссылочка будет в описании. Залетайте к нему, смотрите ролик, ставьте лайки. Если понравилось, то подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии, потому что от вашего актива будет зависеть, как быстро мы выпустим следующую часть. А в следующей части мы отправимся в Ярославль и Иваново с двумя огромными мужиками-качками, которые помогут нам поставить этих таксистов-грубиянов на место. Поэтому спасибо за просмотр, оформляйте подписочку, нажимайте колокольчик обязательно, потому что как вы узнаете, что вышла следующая часть. Ну и напоминаю, что на 1 миллион подписчиков я меняю фамилию на Борода. Вдруг кто ждет.